это такой ты... сценарий написал. Спасибо. Оливье, ирония судьбы, голубой огонек. Ой, как бы вам красиво, это хорошо было для репортажа. Но нет у меня такого чуда, который случился в Новый год. Я очень не люблю ни Новый год, ни ритуалы, ни елку, ни игрушки, ни Деда Мороза. Это самая новогодняя комедия из всех новогодних комедий. Традиции в канун Нового года у каждого свои. Кто-то должен обязательно приготовить свой фирменный оливье и собраться в кругу семьи, кто-то сбегает к друзьям, но одно остается неизменным. Ни один Новый год не обходится без просмотра «Елок». Сегодня мы на 10-й юбилейной премьере фильма «Елки». Ваш сын забрал меня из дома престарелых. А вы кто? Мухоморов. Нам нужны какие-то фильмы добрые, веселые в канун Нового года, которые транслируют какую-то надежду на чудо, на что-то хорошее, доброе, светлое. Мы все нуждаемся под Новый год в каком-то добром кино, в таком, которое дарит счастье, любовь и надежду. Мы все-таки живем. Ирония судьбы или с легким паром. Да, Москва слезам не верит. И теперь, как ни крути, легендарный уже фильм «Десятилетие елок». Очень хорошо, что продолжается, что снимается. Это может длиться бесконечно, а для нашей страны у «Елки» такой уже фильм, которого мы все ждем. У всех это свои фильмы. У кого-то, конечно же, это «Елки», у кого-то, возможно, «Один дом» или «Гарри Поттер». Вот, ирония, возможно. Но сегодня мы пришли на «Елки», поэтому на «Елки». Алло, Кирюш, а я уже скоро буду дома. Встретишь меня с продуктами? Что ты тут делаешь? Да я сижу, играю, у меня катка. Кажется, я погорячилась. Новогодняя комедия из года в год показывает нам историю, как главные герои пытаются успеть сделать все свои дела до боя курантов, но каждый из них сталкивается с препятствиями на своем пути. Но, как и во всех сказках, каждый добивается своего счастья в конце. Всем привет, дорогие мои! Ты только, пожалуйста, не ругайся. Я подключил к нам на канал донаты. Вы знаете, как в интернете заработать? Так... Все же хотят на Новый год добрых, теплых чувств, каких-то запаха мандаринов, чуда. Это все дает фильм «Елки». Традиционно мы снимаем 4 новеллы. Вы знаете, что сценарий «Елок» он новельный. У нас 4 режиссера, каждый снимает по новелле. Все потом это соединить в единый такой творческий поток, в том числе с точки зрения монтажа, креативного продюсирования. Вот это, наверное, самое сложное в «Елках» из года в год. Можно не орать? Уж голова трещит. В воду мне там несколько раз надо было падать по сюжету. А я болел. У меня была температура. И было, несмотря на то, что это все тяжело физически давалось, но я остался доволен. И как будто бы даже по окончании откуда-то появились силы. Алена. Ты музыкой занимаешься еще? Я просто думала, что ты через 20 лет уже рок-звездой будешь. Скажите, какие у вас есть традиции в Новый год? Оливье, ирония судьбы... «Голубой огонек» и «Близкие друзья рядом». Я подарю тебе на день рождения собаку. Ну вот давай просто на улицу выйдем, найдем собаку. Любую! Чем тебе вот этот вот мой подарок не устраивает, а? Их всего 5 в мире, а создал ее Энди Ворхол. Под елку нужно в Новый год положить 5, по-моему, предметов, которые... Да, которые необходимы тебе, ну как... Это... Которые ты хочешь взять в следующий год, да. Которые для тебя что-то значат. Вот, я дико упирался, дико упирался, страшно поругались. Это такая вот визуализация некая того, что ты хочешь получить в новом году. На один Новый год папа подарил с мамой мне магнитофон «Беларусь». Это был магнитофон красного цвета, кассетный, конечно же, и был такой треугольный микрофончик с возможностью записывать. Я просто порошок стерла этот микрофон. Это каждый праздник новогодний, конечно, он был особенный. И не потому, что там что-то такое особенное делали, там родители устраивали какие-то невероятные нам, не знаю, подарки или развлечения. Нет, просто сама атмосфера. Мы сами себе создаем праздник внутри, это действительно. И взрослые должны это помнить, мы сами должны вот это вот состояние генерировать. Я не могу сказать, что они всегда были очень веселыми праздниками, но не в этом же счастье. Счастье в том, что ты находишься с близкими и родными.
«Елки» — это у нас кино с репутацией, поэтому вообще ни о чем не думаю. 100% это будет колоссальное удовольствие. Это будет по-доброму, как всегда, с погружением в новогоднюю атмосферу. Хорошего просмотра, хорошего вечера всем моим коллегам, друзьям, которые заполнили этот зал до отказа, журналистам. Фильм «Елки» — это уже добрая традиция. Каждый зритель там может найти свой определенный смысл, в этом и кроется его успех. Я вам предлагаю уже с сегодняшнего дня начать верить в чудеса, делать добрые дела, ну и отправиться в кинотеатры на фильм «Елки». Поехали.